Здоровенькие ребят, вы на канале Форд Маг, ну что же, смотрим, монолог жмыхнутый. Честно, вот никак руки не доходят до того, чтобы посмотреть монолог фармацевта, но давайте уж посмотрим хотя бы эту переозвучку. Огромное уважение всем, кто заранее в этом участвовал. Ну что же, готовимся к трэшу, угару и прочему, с милейшей Мао-Мао, поехали. Будь добра, неси эту виагру в медяный дом! Уже бегу, бать! Только ты в полях не засиживайся, а то там люди пропадают. Конечно! Трава! Много травы! Да, даже дунуть не успела. Пацан родился, пацан! Писюн вижу! Теперь я живу и работаю во дворце. Меня продали в рабство, даже не... Ну, честно, это как-то само по себе жутко просто поймать человека, спокойно продать его и все. А, хотя, хули нет... Ancient China! Не знаю, как так получилось. Кстати, знаете, чем отличается внутренний двор от борделя? Тем, что он не проходной. А еще посмотрите на них, выглядят как евнухи, да? Да. Эй, Веснушка, представляешь, дети-наложницы умирают от проклятия. Ой, не начинай, ты же знаешь, я сейчас начну расследовать, потом меня заметят, еще и важные дофига сделают. Ладно, я просто дам им одну маленькую подсказку. Вас вызывают к главе прислуги. Отыгралась, блядь. Всем спасибо, что пришли. Оу. Я не двигаюсь. А вы? Всем спасибо, что ушли. Вы куда, девочки? Нельзя двигаться, вас же убьют! Блять, я же одна умею читать, кажись! Так, за мне тоже пора сниматься! Попався! Блять, забыл. Шла дверь в другую сторону открывается. Пожалуйста, если смерть, то от веществ! А? Спасибо, что пришла. Мелкое существо видишь? Ага, вроде детьми называются. А могла бы не видеть. Мне чё, ща глаза выколет? Ты спасла ей жизнь, спасибо. Но как ты это сделала, это, конечно, пиздец. Написать на трусах о смертельном яде? Серьезно? Как он узнал, что это мои трусы? А что ты его знает? Ладно, тебе выдадут новые. Я много раз видела, как проститутки пользуются такими же белилами для лица. А знаете, в чем вся соль? В чем? Потом им белила не нужны были. Понимаете? Им уже вообще ничего не нужно было. И откуда ты столько всего знаешь? Просто я это, разбираюсь во всякой такой херне. Вот идеальное интро, а не ваши эти там анимешные опенянги. Блять. Мау-мау, мы должны валить. Мы должны валить афродизиак. Айо, мистер Женьши, я не думаю, что нам это нужно. Ой, блядь. Заранее увожу Хани Либри. И да, спасибо вам за офигенный перевод Флирен. Раз такая умная, с этого дня будешь моей личной служанкой. Нинес, оно тебя сожрет. Везет тебе. Ага, куплю лотерейный билетик, пойду. Задний ход. Сука. Вы бы еще из Гонконга 97 поставили музон. О, Веснушка, пожитки собрала? Вот они. А вам что-то понадобилось безупречной? Да. Станешь ли ты моей? Других дел, что ли, нет? Ладно, все равно потом станешь. Будем знакомы, я инфа. Я хуялань. Фейхуа. Гастарбайтеров ты тут не найдешь, мы все... То самое фейхуа. Все делаем сами, своими ручками. Ладно, что построить? Нет, иди набирайся сил. Спи, как в последний раз. Ну ладно. Завтра, наверное, буду бревна таскать. И что мне с этим делать? Кушать и набираться сил, пока не отравишься. Кто-то сказал, отравишься? Ну, тарелка вроде мытая. Конечно, да. Судя по шортсам, прям там у нее очень сильный кинг носить отравы и прочее. Вроде не воняет. Проще говоря, китайская история садомазохистки. Эх, лучше бы рыбку фугу дали. Блюдо не отравлено. Конечно, не отравлено, иначе бы ты уж давно тут тухлая валялась. А нахуя вы тогда попросили? Ой, иди нафиг, Женьшень, ты и понятия не имеешь о том, как я там эксперименты над собой ставила дома. О, минус внучка, кажись. Так что хренеть. Теперь какой яд возьмет? В честь того... А, такие белушки. Того, что ты не окочурилась, я дарю... В честь того, что ты не окочурилась, я дарю тебе этот дорогущий кувшин. Оу. Упс. Какой нахрен упс? Вот и выбирай, тебя сразу обезглавить, или твои похитители выплатят деньги за этот кувшин. Даже не знаю, что и выбрать. Наверное, пусть все-таки платит.
А вы не охуели? Называли госпожа Гикую? Это не я, это вот этот вот. Ля ты крыса. Так не понял, Блэд. Взгляд самца. Я кончила. Один солдат подарил мне это. Хочу, чтобы ты попробовала. Ну, закрывайте на ночь двери. Он зайдет с черного входа. Чего? Ну, так от них и за километр несет афродизиаком. Захавав такой, даже я бы на вас набросилась. Жаль. Че вам жаль? Жаль, что не захавала. Ах ты... Господи, женщина, ах ты, змея хитрючая. Змея хитрючая и, походу, не евнух ебучий. Ты бесстежневыч! А Гикую как закадровый смех в этом дурацком ситкоме! Стоп, говорить, солдат подарил? Ну да. То-то мы границу продолбали, буквально. Ладно, а изготовить такое можешь? А если для меня, то нет. Стоп, изготовить? Готовить! Господи, как ее в котиков превращает, это прекрасно. Хорошо, что девушки не поняли, что вы испытываете их на верность, чтобы выбрать супругу императору. Да какой в этом смысл, если Веснушка мне не дает? Еще и смотрит на меня так, будто ночью на кухне таракана увидела. Оставлю вас наедине с вашими тараканами. От греха подальше забаррикадируюсь, кая нахер. Что ж тебе так жмыхать-то при упоминании веществ? Если вы хотите афродизиак, то тут только на полшишечки. А что это? Какаха. Сука, как-то сработало. Просто шутка про какаху. Да что ж такое? Может, я теряю хватку? Шучу, какао это. Ух, ты меня так не пугай. Найдем тебе какао. Ебать. Вот это прям мое почтение за такие эдиты. Излишки оставлю себе на ужин. О, все, заныкала. Да блин, я всего на 5 минут до вечера отвлеклась, а это уже так разнесло. Они съели мой афродизиак. Не, они съели мой ужин. Меня такое уже давно не жмыхает. Слышь, жмыхнутая, это я, значит, у тебя изымаю на дегустацию. Даже не думайте! А я бы на вашем месте не смеялась. Если император это съест, он вас так оттарабанит, что мало не покажется. Так, об этом мы ему не говорим. Но на всякий случай одно запасем. Фух, и мне пора уходить. Разрешите доебаться. А, блядь, женщина... Да ты заебал. Ну ты все-таки захавал, черт пурпурный. Ты уже слышала про ночную поебень, которая пугает наложниц до усрачки? О, женщина. Дворец со всех сторон окружен. Ладно, нужно дать должное. Прям очень хорошо постарались. В этот раз прям очень достойно вышло. Черт пурпурный. Ты уже слышала про ночную поебень, которая пугает наложниц до усрачки? О, женщина. Дворец со всех сторон окружен рвом. Ходят слухи, что во рвах можно найти трупы наложниц, пытавшихся сбежать. Ну или уплыть, или поплавать, вы вообще в хз. Да не, хрень какая-то. Как перестать ходить по ночам? Спать, сука. Спать. А если человек во сне ходит? Слышь, я служанка, а не психиатр. Вот, взгляни на это. Страшно, правда? Ну чё-чё. Старая, добрая. Ну я не знаю, здесь уже, конечно, не жмыхнутость, но просто лунатизм. Пугает тут только размер ее бубов. Но вариантов тут только два. Она либо притворяется ебанутая, либо правда ебанутая. Причем скорее первая. Величайшая техника под названием «Что-то у меня голова сегодня болит». Или делаешь вид, что дала ёбу, и вот тебе уже не очень хочется. А, ну и ноги не моешь. А потом тебя по красной цене выкупает любимый человек. А теперь дайте еду, я проголодалась. Убить не убьет, максимум просрёте хорошенько. Просрёмся. Может, не стоило им так грубо говорить. Наложница лихвая, чё-то херово. Сходи, глянь, пожалуйста, что с ней. Ага, ясно, понятно. Не исцелю ее, одним трупом стоит больше, а точнее двумя. Да, конечно. Чё, пришла, подруг нашла? Развернулась и ушла. Минус голова. Так, вы чё тут готовите? Уберите вот это, вот это, вот это, еще вот это. Ненавижу, блядь, желтый, красный, оранжевый. Тут еда, которая поможет ей не сдохнуть. А тут еда, за которую сдохнуть не жалко. Так пошла отсюда со своими кашками, брысь! А я-то думаю, чё у неё бубес такие огромные? Госпожа, ваш сытный ужин. Давайте палочку за маму, за папу, за вашего сына. Ты что же она не ест-то? Несите сюда воронку! Может, потому что вы дуры? И стоит послушаться человек, который как бы уже спасал? Ладно, о чем я тут говорю? Здесь, в принципе, какие-то все знаете, парадокс в том, что вот эта вода, кажется, менее жмыхнутой, чем все остальные, которые, ну, реально, походу, уже конченые. Будем заливать! И стопку водочки, она от всех болезней, как говорится. А вы по приколу поляну накрываете или к поминкам готовите? Пойдем в спальню. К помирающей, конечно же.
Она слабее, чем я думала. Суп выливается. Блять, у нее кожа отваливается. Так стоять. Это что, пудра? Так, блять, кто пудру брал? Да это она, наверное, просто пылью покрылась, пока лежала. Хватит пудрить мне мозги. Да пудрилась. Хочешь тоже пылью покрыться? Берешь так пудру, хуяк! Лайфхак тебе, запоминай. Только у лайфхака одна побочка. Это пудра-убийца, мать твою! И краба своего себе в жопу засунь, поняла? Че вылупились? Пошли нахуй отсюда! Бежим! Вот это я понимаю, блять, момент. Мау-мау. Знаете, я пошутил бы про евнухов. Ну хотя да, по сравнению с остальными, мау-мау тут прям с яйцами. Я боюсь эту жмыхнутую. Напоишь лучше, ты не ты, когда голоден. А это не те самые, что с афродизиаком. Ай, да плевать, есть хочу. Мне нельзя есть и растолстею. А лучше бы жирный, но живой, чем худой и дохлый. Какие же у них тут длинные лестницы. Ауф. Лестница, бля, заебалась. А? Каждый день на протяжении месяца мне засовывали в жопу ебаного краба. Можно я лучше снова буду слушать Лихуа? Наконец-то я посплю. Свобода! Скажи, а краб в жопе это больно? Пиздец, как больно! Ну все, пока, счастья там, здоровья, ага. Как думаешь, я вообще нужна императору? Ой, не начинай, этот император за тебя бы убил. Меня? Гекуё во всем лучше меня. А у вас сиськи больше, это очень даже весомое преимущество. А если еще ими делать бабалкам? Ну, бывайте. О, да. Танцы в труселях — это великая хрень просто. Ах. Лекарь! Скажите, что со мной? Кто-то слишком часто и сильно дергал свой пипидастр. Это ж насколько он там должен был натереть, блять, что там у него уже, сука, бенгальская свеча вместо хуя. Завязывай, а. А что, и такое бывает? И такое бывает. Ладно, я пойду сосны понюхаю. О, грибы! И еще? А вот эти вообще пиздец. О, душенька, ты вернулась, как там сосны, чем пахнут? Вы секреты хранить умеете? Я глюциногенные грибы нашла. Ой, а где это ты нашла такую редкость? Места знать надо. Ну что, заховаем? Да погоди ты, дай хоть дверь закрою. На. Еба! А теперь я. Я у себя в башке найду пацана и пойду гулять с ним под луною до утра. Попер ворвемся, прыгая на двух ногах. Выгоним принцессы, женщины снимем на час-два. Ты опять грибов объелась? Ой. Собирайся на встречу в саду, поучишься манерам. Размерчик великоват. Ой, да шок, затолкала, сиськи приподняла и потопала. На встрече обязательно должны присутствовать тянки из таблицы лидеров. Сейчас там Гекуё, Лихуа, Араара и Лаля. Я в этом рейтинге первая с конца, зачем мне туда? Служанки наложниц там must have! Это война, уделаем этих сучек! Ебать! Ебем их! Инфодело говорит, инфосотка. Так, сначала берем твои веснушки. Сюда иди. Вы что, стерли ей лицо? И нарисовали новое? Оп-оп, как там наша мисс Веснушка? Извините, обознался. Опять без дела шляетесь. А, не обознался. А где твой... Хуй, простите. Нет, эти... Сисек нет, сразу говорю. Блять, веснушки где? Там же, где и сиськи. Ой, все вам объяснять. Каждый день я наношу на лицо веснушки, чтобы меня не трахнули в подворотне. Но мы во дворе, а не в подворотне. Ну, знаете, ходят тут всякие евнухи. Ну вот опять чем-то тычет. А я ищу. И не тыкал. Лягушка? Лягушка. Это шпилька? Для меня? Повезло! Интересно, она прочная? Не сломай, блядь! Ляг. Я, ну что? Ну какие же красивые планы и фаны. Прям охуенные. Ваша госпожа говно, еще и наняла мымру с веснушками. Ты че, сука, у тебя зубы лишние появились? Смотри, так молодцы подкатывают к дамам свои шары. А еще это значит... Да не интересно мне эти ваши шпилевильки. Здорово, есть шпилька? М? На тебе шпильку. Опа. Много шпилек не бывает. Там коллекция. Бля, слушайте, классные шпильки. Почему все хотят в меня что-то воткнуть? О. Ну почему? Рано или поздно ты станешь китайским кебабом. Сок яблочный принесли. За наше здоровье! А, слушайте, хорошо. Сачок, там еще пельмешки были, кебаб. И такой Зубарев приходит. Так, нахуй, сейчас будем пробовать.
Заебись, заебись. За наше здоровье. Найс. Ой, забыла, он же может быть отравлен. Да не ссыте, за здоровье пьем. Лишь бы не за упокой. О, май. О, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Эта хуйня отравлена. Это шмыхнутая когда-нибудь точно доиграется. Ты игралась, блядь. Эй, Веснушка. Привет, Оля и Женька. Какой еще Женька? Ну точно шмыхнула. Упс, на радостях его Женькой назвала. Ты давай там меня не трогай. Будем из тебя яд выводить. Ассистент, слушаюсь. Закрой глаза, открой рот. А ну быстро все выблевала. Блядь, этот звук был бы... Я никогда не думал, что звук блевоты может быть таким смешным. Жить сразу. А ну быстро все выблевала. Как будто кот пытается призвать сатану. Кажись, разжимыхала. Вам посылка от господина. И зачем мне его недоеденный суп? Нет, это отравленный суп с приема. Ладно, вы чашу руками касались? Нет, ногами сюда принес, идя на руках. Подъебал так подъебал. Сейчас мы быстро все пальчики посмотрим. Могли бы еще забрать у всего двора отпечатки в базу и сверить, но это было бы слишком просто, ага. Во, смотри. Чашу лапали 4 человека, 3 служанки, а 4-й это наш отравитель. Да нет, это я их оставил. И на кой я тогда тут? Ну не знаю, значит кто-то просто плюнул в тарелку ядом, либо кто-то, сука, настолько умный и использовал перчатки. Все, ББ. Ну что, в пильку кто-то подарил? 4. А тот в отпуск у тебя выбрала? А? А у меня есть отпуск? Ну да, мы тут как на изоляции сидим все, но иногда мы можем выйти на свет. О, так вон оно как. Именно. Как правило, этим пользуются, чтобы вырваться и затусить с мужчиной. Ой, мама, вот ты где? Так, к кому бы мне обратиться? Евнух, идеальная женщина, голодающие сиськи и сын собаки. Почему это звучит как начало анекдота? Выбор очевиден. Что надо? Хочу увидеть мир за стенами. Один тоже так говорил, кончилось не очень. Да семью я хочу повидать свою. Деду 70 лет, таблетки не пьет, хромает на обе ноги, ни хрена не видит вообще. Шпильки — это пропуск в трусики служанок вообще-то. А вот эти дощечки — пропуск в трусики лучших проституток Китая. Блять, прям все карты, как с козырей, сучка, начала. Сисек, попок и всего красивого. Собирайся, выезжаем немедленно. А нашу Веснушку-то мужчина из дворца взял, так и увез. Что-то про незабываемую ночь говорили. Заскамила мамонта. Дикуё, ну ты сука. Мать рафляная. Ничего на свете лучше нету, чем ехать в бордель по белу свету. Девок много, горячи тут ночи, как же им смотреть большие очи? Как же им смотреть большие очи? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Блядь. Какие глаза просто, настолько глубокие внутри, блядь. Это честно, нам нужна полная версия песни про вот эти очи, про... Ой, дед, у меня такие приключения были. Сначала меня похитили воры, потом во дворце я чуть несколько раз не откинулась. А сейчас меня могут саму продать в качестве проститутки, если я не покрою долг и за одну ночь с лучшей проституткой медяного дома, которую проведу даже не я. Умничка. Помогите, помогите! А, ну раз никого нет, то пойду отсюда тогда. Ты вроде не петух, чего орешь так? Их разъебало! What the fuck? Ну-ка, что ты там употреблял? Судя по всему, вино. Вы еще и дули тут. Ну кто смешивает такие вещи? Хорошо, хоть электронки пока не изобрели. Нет, Лариса, нет! Лежит здесь у меня игрушка! Поранишься! Это он мне сказал! Да он лежит бордюром, что ты мне забегаешь? What the fuck? Это нормально, что у вас тут пиздючка-маньячка? От этого мужчины всегда все страдают. Он трахал наших девочек, рассказывал сказки, что выкупит, а потом бросал. Вот его и хотят расчленить все, кому не лень. Да, прям бандитский Петербург. Ну как там снаружи? Рассказывай! Все хорошо. А пойдем-ка ты мне расскажешь, как было хорошо жмыхнуто. Реально, вот его появление пиздец жуткий. Он прям, знаете, как Слендермен подкрадывается максимально внезапно и... Ну что, съездила домой, развлеклась? Да пиздец развлеклась. А как же Либо, что, не удовлетворил тебя? Почему? Вполне удовлетворил. Да ладно, я всего лишь подарила ему одну ночь. Зачем так топать на меня? Что ты сделала? Да секс я ему подарила. Секс. Пока вы пребываете в ахуе, я откланяюсь. Жмых-жмых-жмых. Прикиньте, наш дед и теловый спирт херачит.
Зачем спирт в сахар добавлял? Хотя похуй, дальше давай. Да, грустно. Чё, кислые все такие? Помер кто-то, что ли? Да, и неясно почему. Расследовать? Расследовать. Ну, тут без стопки не разберешься. Давайте. О, другой разговор. Он накануне выпивал. Что же могло его убить? Эй, ты меня слушаешь? Алло, Бухарик? А чё он пил-то хоть? Тебе это и дали посмотреть, а ты сразу в рот тащ. Могли бы сразу сказать, что это этиловый спирт. Судмедэксперт Мамау заключается. Дед траванулся спиртом и сдох. А теперь мне нужно очистить желудок, а то эксперт понадобится уже мне. Нихера себе ты, Шерлок. Тогда забирай это. Такого ты еще не пробовала. А что это? Это добрый апельсин. Как вы его задобрили? Опа. Опа, кого-то хлопнули, братан. Ой, я женщинами плохо лажу, тем более мертвыми. Давай лучше ты. Ну ладно, давай, рассказывай, чего с тобой. Уже не расскажет. Молчит, как воды в рот набрала. Да она ж захлебнулась нахрен. Я пришел осуждать. Тебя вообще не смущает, что перед тобой труп? Блин, да она ж как живая, только мертвая. Ты пчела, я пчеловод. А я спиздил мед. Блять, это реально, мое почтение, очень хороший выпуск, прям, прям мед. Эй, помогите по-братски! Открывай ротик. Не хочу я! Да, блять, почему женщина такой, сука, жуткий? Скажи, по фантомным яйкам ему треснуть или просто убежать? Да не хочу я твои пальцы облизывать! Спасибо, спасибо, Гикюя. Осуждаю ебаната за такие шутки. В следующий раз ты будешь лизать. Ну нахер. То есть ты, блядь. Каково мое место в этом мире? Мире, где тебя могут утопить, казнить или отравить, если ты мешаешь, если ты неудобен. Ну или вставить краба в жопу. О, тут есть кто-то еще. Женщина? А, не, женщина. Может, это бухнем с тобой? Жизнь, как вино в этом кувшине, рано или поздно закончится, и она... Как прожить ее так, чтобы потом ни о чем не жалеть? Жизнь состоит из сожалений. Ее невозможно прожить иначе. В таком случае сожаления должны раствориться в обретенном счастье. Воу. Deep. That was motherfucking deep, bro. Я без шуток, это прям... Слушайте, момент классный. Прям вылезай его на шворцы. И чистая меланхолия. Заебись. Что, протрезвел ночной скиталец? Валя! А нечего было всю ночь куролесить. Кстати, ты теперь живешь со мной во внешнем дворе. А Гикуё по шапке не даст? Ну так она во внутреннем дворе, а мы во внешнем. Что нам сделать? Вы недооцениваете ее мощь. О, трава! Так, жмыхнут. Охуенно переход. У нас есть дела поважнее. Ну ладно. Позже сюда нагряну. Тебе необходимо научиться грамоте и сдать экзамен, чтобы попасть в коллектив придворных дам. Это вот этим вот. А вам яд давно удаляли? А то немножко агрессию ощущаю. Мы для тебя как змеи. А почему как? О да, люблю, когда меня бьют. Ударь еще раз, пожалуйста. Ебанашка! Да, я такая. Ну уже бей, еще скорее. А если вы экстремал, то советую еще и руки прижигать. Непередаваемые ощущения. Ой, да ну ее нахрен, девчонки. Что за конкуренция такая мерзкая прям? Она того не стоит. Не знал, что ты у нас оказывается мазохистка. А я вот садист. Мы могли бы... Мазохистка! Моя прелесть! Жмых, и ты моль. Походу бы трип словила. И почему ты не сдала? Всю ночь глаз от бабки в двери отвести не могла. О,
Ты отдаешь себе отчет в том, что это территория военных? Что-то я немного увлеклась. Ну так вот, если не хочешь, чтобы тебя рота по кругу пустила, советую ножками пошевелить и поскорее утопать отсюда. Опа! Батя, что ли? Приветствую вас, дорогие фигуры сеансы. Сегодня я научу вас спать, ведь это передача «Спокойной ночи вместе с лоханем». Поверьте, результаты будут сногсшибательны. Вы проспите все на свете – детство, юность, беременность вашей женщины. Пока вы будете спать, у вас успеет вырасти дочь. Глазом моргнуть не успеете. Рецепт надежного сна простой. И нет, алкоголь нам сегодня не понадобится, я от него сознание теряю, что тоже, в принципе, неплохо, но не совсем подходит под наш с вами задачу. Вам понадобится один кувшин вишневого сока, разогретого в микроволновке. А если у вас нету, не переживайте, у нас их тоже нихера нет. И синие розы в сок не добавлять, они так для вайба. Синие розы, это ж где вы их достали-то? Спокойной ночи. И помните, здоровый сон – залог отсутствия проблем. Чё-то я не уверена. Да не ссы, нормально все будет. Ну, угорнем как минимум. Так, закладки сделаны. Какие такие закладки? В очень образовательных книгах, которые я сейчас читаю! Так, ты книги какие-нибудь прочитала? Да, прочитала несколько. Вот бери эти книги и быстро езжай учить наложниц. Засранка Гекуё нашла таки способ вернуть тебя назад. Ну это Суждается, за тебя топят Гекуё или Хуа? Они вообще топтянок тут возглавляют. С чего бы начать? Императорский разврат или сразу с метаморфозой? Кстати, а что за литературу ты там читаешь? Может, она и меня заинтересует? Вам это не пригодится! Ладно, ладно, ты только не шипи! Итак, как вы знаете, вы все наложницы, а наложниц страхает император. А чтобы хорошо было не только вам, но и ему, я расскажу 100-500 способов извернуться на примере интересной манги. Итак, введение. Мы ее теряем! И вот так они кончили. Ничего не понимаю. Так вставлять надо туда? Что даже ты тут... Блядь, а что ж такое? Кто-нибудь привяжите его, блядь, ну не... Что за хуйня? Или не туда? Ну ты, женщин, подслушивал, да? Ты что с ними сделала? Протестируем на практике. Я кончила 3 раза, пока читала. Это так они кончили, нихуя себе. Бля, соседи, да вы А, у меня нет соседей. Утро доброе, а тут что, за шашлыки ночью были? Да не, у нас тут этот, Петрович угорел на работе. Да, знатно ебан. Нихуя себе, он угорел. Он там что, блядь, это... Медленно, наверное, хочет стать китайским опенгеймером. Я гляну внутрь, да? Ага, трубочка. Ну, ты что-то поняла? Да, поняла. Этот мешок прикольно делает, пыш-пыш. Так, все, хватит с меня твоих ебанутых приколов. Дайте мне муки и немного огня. А это нахрена? Хлеб печь буду. Ты что, прям в коробке печь будешь? Советую отойти, а то сам испечешься. Не понял. Понял! Ну, брови тебе рисовать будешь. Там еще один мужик умер, а ты у нас вроде как судмедэксперт. Узнай, что с ним там, ладно? Я свиток закрыто читаю, не мешай. Опять упоролась? Куда залипла? Господи, это что, блядь, Юнтита рисовал этот кадр, блядь? Ебать, Кример, хоть в Outlast вставляй. Блядь, все, Мяу, ты расследовать будешь что-то или нет? Я заебался ждать. Короче, пиздюк тебе в помощь. Ту-ту-ту-ту-ту, лошадка в 3D. Надеюсь, такого не будет Стив Пауран. Вот тут нашли тело чиновника. Кто вас сюда пустил? А ну, быстро выявим! По приказу императора, будешь препятствовать, пойдешь как соучастник, ты меня понял? А там у вас что? А, да макарошки всякие. А чё они зеленые? А с ним такое случается постоянно, когда поезжают пару деньков в недель. Кстати, господин любил их есть. Ну вот вам и вердикт. Смерть от макарошек. Блин, теперь тоже хочется что-нибудь жесткое захавать. Может быть, этих опарышей с грибным вкусом? Интересно, как сильно с них унесет. Женька, хочешь вместе грибных опарышей? Господин, это не самый лучший способ выпилиться. Больше не предлагай мне свои экзотические блюда. Сядешь мне на лицо, чтобы охладить. Еще иди. Воу-в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 оу, женщи, охлади траханье. У тебя его нету. А, он же не ебнул, точно. Дед этот подкинул квест ебучий со шкафом, который не открывается нихера. Звучит слишком заманчиво. Знаете, как играть на бирже проституток? Я человек не азартный. Рассказывай. Ну ты услугу мне, я тебе, все дела. Блять, нахуй мне эту очку, я, оказывается, без него заебись вижу. Ладно, чего ты там хочешь? Жил один крутой кузнец, а потом сковался. Но с приколом был мужик, секрет свой не рассказал никому. Оставил детям в наследство дом, шкаф и чайник. Дети бедные уже и дом перевернули, и чай заварили, а шкаф нихуя не открывается.
Вот, и в общем он тебя попросил помочь. Мы что тут в угадайку играем? Кто он-то? Да, лох один, не парься вообще. Лохань? Допустим. Ладно, гляну, что там. Еще раз такое лицо сделаешь, я инфарктнусь нахуй. А что я сделала-то? Тут у тебя сейчас взгляд был, как у жены, когда домой под утро вернулся, а всю ночь бухал где-то со шлюхами. Да не, вам померещилось. Не, ну шкаф как шкаф. Нихуя не померещилось. К полу приделал, чтобы не спиздили. Эй, это мой шкаф, ясно? Честно, мне вообще параллельно, хоть живите в нем. Вам помочь открыть? А как ты его откроешь? Ключ не подходит, мы пробовали. Другой стороной ключ пробовали вставлять? Ебать, магия, а так можно было? А что там внутри? Воу. Еще один ключ. Ты пошла все нахрен, куда мне его? В жопу вставлять? Ну там как бы еще отверстия остались, но вы как хотите. Ладно. Не, ну в принципе и природа отверстия тоже подойдут. Но пока, трудяги, не перетруждайтесь, а то уже шкаф ключевой открыть не можете. Я выполнил просьбу. Теперь говори, как играть. Да все просто, берешь и играешь как бы. Сука. Можно я разъебу этот кабинет? Слушай, сделай мне макияж. Тебя тоже жмыхнуло? Ну ты ж точки черные рисуешь свои на пол лица. Вы мне скажите, вас в какую сторону надо менять? Просто если в лучшую, то, блядь, куда уж лучше. А если в худшую, то могу вас, в принципе, хоть бомжом сделать. Мне нужно стать бомжом. Ладно, сначала пройдемся тональником. Хотя, ради интереса, все-таки мазнем помадкой. Господи, женщина теперь у нас такая тяночка милая. На такое не грех ночью мангу почитать. Из нас. Поздравляю, мы сделали женщину. Ну. А теперь дальше рисуем лицо бомжа. Ух ты, я уже чувствую себя бомжом. Финальный штрих. Блин, что это такое, нахуй? Русская водка. Обязательный элемент. Залпом. Ну не, русская водка — это слишком хороший запах, блин. Здесь нужно что-нибудь пожестче, я не знаю, там самое дешевое, самое, блять, я не знаю, уёбское пиво. Не знаю, там, либо жигулевское, там, рублей за 20, знаете, самая такая дешевейшая банка, которую вы найдете, либо пиво каждый день. Ну прям как русский. Водочку бы закусить. Ну и это за щеки засуньте, чтобы морду кирпичом сделать. Ёб твою мать, ты кто? Да, это самый красивый бомж в мире. Слушай, мне кажется, назревает что-то серьезное. Что, проститутку любимую выкупить хотят? Нет, я про все те события, что ты расследовала до этого. Мне кажется, у них у всех есть что-то общее. Ну да, все жертвы хавали какую-то дичь и травились. Вот-вот, мне кажется, продавцы точно торгуют просрочкой. Смотри, на продукции обязательно должна быть нанесена маркировка качества. И если таковой нет, то там вообще что угодно может быть. Аля, ты умная, спасибо! Ты мне еще ключицу проломишь. Тебе весело, а мне нет. Тебе весело, а мне нет. Тебе весело, а мне нет. Да господи, почему? Это реально жуткий порой. Я забыл утюг дома выключить! Значит так, я тебе вот это, а ты сегодня поможешь в архиве. Кусок коровы. А тут там архивариус бедный уже зашивается. За кусок коровы и двор? А вы правда дадите мне его? В первый раз вижу человека, готового отдаться за кусок коровы. Когда приступать? Отдадим наши сердца за кусок коровы! Да я ему сейчас все архивы разархивирую. Блять, если ты хочешь Биг Мак, то, я не знаю, есть у вас там китайский вкусачка? Нихуя, человек! Да я рассмотрю тебя, тоже забыл, как вы выглядите нахрен! Я с 20 лет здесь живу! Прикинь, я просто как-то раз сказал, что ебать, какая тяжелая палка под потолком, если ебнется, такой прикол будет! Они не оценили и что-то заархивировали меня здесь! Страшно, очень страшно, мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. А что, если он прав? А когда в храме следующая церемония? Да не переживай ты так, сегодня! А ну стоять! Туда нельзя! Балка! Она ща ёбнется на кого-то! Ёбнулась-то только ты! Человек в опасности! Иди нахуй отсюда! Ух, сука, ты у меня с участником по делу пойдешь, ясно? Я лучше здесь его уволят нахуй, либо казнят. Скалбаша нет, сработало. Он бьет женщин и детей, потому что он красавчик, потому что он сильней. И они не могут сдачи дать. Пропустите девочку. Но ведь она... Пасть закрой, пропускай, сказано. Оу. Ля. Эдит опять же охуенный. Я не фармацевт в другом мире? Жаль. У меня много вопросов. У меня их не меньше, но это нормально. Но если вкратце, вас пытались убить. Кто? Белка. Ой, Балка. Но вот кто ее подговорил, это вопросики. Ладно, я, наверное, больничный возьму на денек.
Мы выяснили, что все подстроила придворная дама Цуэлина, а еще она, кстати, умерла. Чего? Чего-чего? Умерла, говорю, мертвый. В смысле, как умерла? Нашли, лежала, не двигалась. Вы хотя бы пульс проверили? Что такое пульс? Вас заскамили лошары! Ходячие мертвецы. Интересно, вы спящих тоже случайно хороните? То есть, если человек дольше 6 часов не двигался, это еще не факт, что он умер? Понятно, плюс одна фобия. Себе. О, это, блядь, это жутко. Нет, серьезно, кто там, блядь, нанимает этих идиотов? Опять во внутренний дворик ее забирает. Правда, что ли? Да вообще, что только не придумает. В этот раз вот забеременеть решил, прикинь. Мне срочно нужно выкупить проститутку. Сколько нам нужно? 5000? Нет. Пиздец, как скачут события. Господи, господи, господи. 3. Всего 3000? 300 тысяч. Да она золотом срет, что ли? Возможно. Кто знает, особая китайская пердечная магия. Люблю я ее, очень. Раздевайся. Зачем? А если повезет, то бесплатно получишь. Да кубики твои на... Нихуя себе. Truly Chinese Giga Chat. Нахер кому нужны? Главное, чтоб член был большой. Так что показывай свою пипку. А вы че тут... Как ты заебал уже женщин, блять, чтоб у тебя женщине с жопы пророс? Делали, а? Ну, конкретно, когда вы зашли, я хотела оценить его шланг. И с какой целью? Вряд ли грядки поливать. В общем, выбирай. Я или Либо. Либо кто? Либо. Да кто Либо-то? Либо! Либо! Да с кем вы сравниваете? Да с мужиком этим перекачанным в труселя! Да он вообще милфхантер! Ну чё, бать, в шашки рубанем? Если выиграю, будешь звать меня папочка. Да на вас лица нет, господин советник. О, какой милый пёсик, вы чё-чё? Хорошо, если выиграю я, купите одну проститутку. Ну и ещё после партии пьём по стопке. Кто кого перепьёт, победит. Я с этой начну. Дочь перепила батю! Ой, ёжики-бёжики, где я? На, похмелись. А теперь иди выбирать. Проститутки! Тайных складов миллион! А ну стой, черт, с моноклем! Я выбираю тебя. Да ты с ума сошел? Ну, наконец-то, как же я заебался сам с собой в эти шашки играть. Ля. Ах, как же Мао-Мао хороша в этих моментах, просто ух! Полетать захотелось, жмыхнутая! Женька, ты? Ну так я тебя устрою! Все, я тебя домой забираю. Жень. Чего? Я люблю переозвучки Шарона. Вот так-то даже Мао-Мао любит мои переозвучки. Спасибо за просмотр тебе, дорогой зритель. Ставь лайк, советуй друзьям, заливай тиктоки, делай фрагменты, отмечай меня под ними, если где-то находишь. Также после окончания сезона мы будем озвучивать с вами продолжение в виде манги вместе с Ильф, поэтому переходите на мой Бусти, там все будет бесплатно выходить вообще в открытом доступе. Пишите в комментарии тайм-коды с самыми смешными моментами, по вашему мнению. Отдельное спасибо за помощь в создании переозвучки голосу Мао-Мао. Это просто сас, это разрыв всего. Да, ссылка на телеграм сейчас на экране, можете подписаться. Ну и на мою тему. Голос идеального, честно, прям прекрасно. Такая, знаете, слегка, как говорится, это такая заебанная, слегка суверенная. Видите, идеальный контраст, если это охуенно работает. Господи, всем, кто участвовал, прям мое почтение. Ребята, вы просто молодцы. Подписывайтесь, если еще не подписаны, там куча фрагментов с этого. Сильваша, просто умница. Вообще все реально молодцы здесь, просто. Ручки тоже будут залиты. Ну а теперь маленький бонус для тех, кто досмотрел это видео до конца. В виде моей авторской песни, написанной под... Разносится по свету вирусом, разносится стремительно. Легенда давняя, как свет и тьма древней Китая. Но правду зная, тщательно от всех скрывая, испытая на себе волнительно, заявит, как один взгляд. Она улыбка, от которой бросит жар. И ты попал, и ты пропал. Спасти себя уже никак не можешь без ее внимания. Влияние препарата под названием любовь, но тут научно не доказано. Вдруг почувствуешь подвох. Лекарство стало ядом, разлилось у самых твоих ног, разжигая сердце изнутри жарче тысячи солнц. Ловя презрительные взгляды, тлею я, как угольёк. Бросить бы в костер любви, что толку,
если б да кобы, подуть безропотно, смирясь, приревновать, за все прощать, здесь нету хитрых тайн, легенда, да безумия проста, любовь излечит, но отравит и сожжет тебя до тла. Ты стала моим ядом, позволь мне просто быть с тобой рядом, лекарство стало ядом, отравлены все мысли и теперь там беспорядок. Ты стала моим ядом, позволь мне просто быть с тобой рядом, лекарство стало ядом, отравлены все мысли и теперь там беспорядок. Реально классно. Простенько, но со вкусом. Что ж, вот такая переозвучка. И, ребят, это было классно. Это реально один из лучших примеров переозвучки за последнее время. Достаточно много шутеек. Много действительно классных подъебов. И все это вместе в одной упаковке с достойными голосами. Причем еще и с оригинальной озвучки. Это все просто... Ах, это охуенно. Просто охуенно. Низкий поклон всем и каждому, кто участвовал. Респект и лайк. Поддерживайте авторов оригинала. Заходите по вкусным ссылкам в описании. Комментарий, колокольчик. И спокойной вам ночи, дружки-пирожки.